Раз, 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 раз. Добрый день. Здравствуйте, дамы и господа. Мы в эфире. Меня зовут Дмитрий Колосов. Я директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор». Мы принимаем сегодня и завтра четвертую международную конференцию по природному туризму и туризму на особо охраняемых природных территориях. И стараемся на этой конференции обеспечивать дискуссию лучших профессионалов в отрасли с со стремлением развивать совместное видение э, пути устойчивого развития этого рынка. Э, нельзя сказать, что это отрасль э, суперразвитая в нашей стране. Я говорю о туризме на особо охраняемых природных территориях, но по всей видимости, э, исходя из тех э, предпосылок, которые мы все вместе наблюдаем, речь идет и о политике э, нашей страны. И о большом интересе потребительского общества, и о значительных позитивных инвестиционных ожиданиях в отношении этого рынка. В ближайшие годы, если не десятилетия, этот сегмент туристской индустрии будет переживать подъем в том числе подъем в инвестиционной части. Если мы говорим о туризме, мы говорим о необходимости создания инфраструктуры, позволяющей обеспечить комфорт, безопасность доступность путешествий для людей. Какая эта инфраструктура должна быть, если мы говорим о таком виде туризма, как природный? Очевидно, совсем не такая, как инфраструктура городских отелей, вероятно, не такая, как инфраструктура туристских кластеров, предлагающих пакетные туры для отдыха на, на пляже морском. Инфраструктура должна быть такая, которая позволяла бы людям получить главную ценность от путешествия к природным красотам. Помимо крыши над головой, теплой постели, не остаться голодным, удовлетворить элементарные санитарные потребности, люди должны получать то, что они хотят от этого путешествия. Возможностью побыть в максимальной близости, если не полностью погруженным, в условия природной среды. Насладиться общением с природой, восстановить силы на природе, полюбоваться природой, уехать домой, вернуться в города, где большая часть из нас живет, воодушевленным, полным сил, освеженным и так далее. Управление этой, качеством этой инфраструктуры большой вопрос и большая задача. Рассчитывать на то, что это можно сделать легко, наверное, не приходится. Это непростой и комплексный, большой непростой комплекс задач, которые мы сейчас постараемся разобрать с нашими экспертами. Но в финале дискуссии, которую мы ведем сейчас, хотелось бы прийти к совместной оценке перспектив использования такого метода управления качеством туристской инфраструктуры, как метод, основанный на стандартах или оценочный метод управления качеством. Мы разберем этот метод вместе с нашими коспикерами более подробно в ходе дискуссии, ну и, и коснемся некоторых точек зрения, которые а, будут представлены на этой сессии. Я представлю а, уважаемых а, экспертов, которые собрались вместе с нами на сцене. Вера Бурцева, а, директор научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве. И а, Виктор Гришенков директор национального парка Угра, который расположен в Калужской области, Самала Браева. Она приехала к нам из республики Казахстан, наша гостья из-за рубежа, председатель правления Национальной ассоциации экологического туризма Елин Ай. Гаимс, он тоже из-за рубежа, но он уже давно, можно сказать, соотечественник. Да. Он является председателем Совета по экологическому строительству, старый товарищ и друг, один из пионеров продвижения вот этого основанного на стандартах подхода к управлению качеством девелопмента на российском рынке. Я помню, что мы начинали когда-то давно эту тематику продвигать на фоне подготовки зимних Олимпийских игр примерно с 2009 года. И Виктория Саар, Руководитель Комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии. У нас очень представительный состав здесь, и постараемся использовать время максимально продуктивно для того, чтобы пройтись по этой теме и услышать точки зрения экспертов и те послания, с которыми они приехали на эту конференцию тоже. Я чуть-чуть начну, кратко описав то, что делает курорт Розухутер в этом контексте. И дальше передам слово моим коллегам и проведу эту сессию для того, чтобы она была динамичной. Смотрите, у нас курорт расположен на территории Сочинского национального парка. Курорт был построен в ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 года и на сегодняшний день является таким хорошим примером устойчивого развития объекта олимпийского наследия. Он востребован, он популярен, он работает уже 10 лет, мы отмечали десятилетие непрерывной работы к конце прошлого года. И, очевидно, будет оставаться таким же востребованным. Мы крупнейшие в стране, признаны неоднократно лучшим в стране, ну и так далее. Перехвалить себя, наверное, невозможно. Но Роза Хутор при своей обширной территории и так далее, при своем круглогодичном характере, это девелопмент основной опорной дисциплины, в котором является горнолыжка. Курорт Розухутер был построен как горнолыжный курорт. При этом он работает круглый год, и летом наша гора, свободная от снега, она используется для того, чтобы наши гости наслаждались прогулками, ландшафтами, просто нахождением в условиях горной природы и горного свежего воздуха. Это очень неплохо пользуется спросом не останавливаясь на том, что мы имеем сейчас, мы развиваем в окрестностях курорта сеть из лагерей, находящихся не на базе того девелопмента, который был сделан в ходе подготовки игр, а он коснулся всего этого региона. Курорт Роза Хутор, он был построен на Гринфилде, from scratch, как это говорится, с нуля. Но для того, чтобы он был построен в том виде, в котором вы видите сейчас, сюда подтянули магистральные электросети, канализационные коллекторы, построены были водозаборы. Здесь появился большого пропускной способности газопровод. Появилась транспортная инфраструктура, железная дорога, которая была построена с нуля, подходит фактически к нам под порог, автомобильные дороги и так далее. Всего этого не было, все это есть. Мы в окрестностях курорта отодвигаемся от этой опорной инфраструктуры дальше. Мы идем туда, где нам предстоит разместить объекты размещения, сопутствующую инфраструктуру, объекты приема для гостей, для оказания им услуг питания и так далее, там, где такого рода опорной инфраструктуры нет. Мы будем а, размещать сеть из шести а, горно-туристских лагерей, часть из которых будет круглогодичная, а часть из них будет сезонная, в окрестностях курорта. Они будут объединены маршрутом, который мы называем Большое кольцо, он длиной 40 километров. Каждый из этих шести лагерей будет отделен от другого однодневным пешим переходом таким расстоянием. Для нас вопрос о том, какого качества эта инфраструктура будет, является крайне насущным. И с точки зрения управления проектами реализации этих лагерей, это непростая задача затащить в условиях дикой природы подобного рода объекты и разместить их там. Вопрос их качества тоже немаловажен, потому что мы следуем не своим хотелкам реализуете эти проекты. Мы бизнес-структура, мы работаем в частном секторе и работаем за счет того, что предоставляем услуги конечным потребителям. Мы должны адресовать наше предложение спросу. А спрос говорит нам о том, что туристы ищут не просто комфорт, не просто доступность, не просто безопасность. А если они выбирают поездку на Российский Кавказ, Кавказское Причерноморье, они ищут возможность разместиться а, и провести время той инфраструктуре, которая будет максимально приближать их к той уникальной природе, встречи с которой они ищут. Вопрос управления качеством инфраструктуры, он очень непростой. И в конце концов, мы бизнес-структура, мы умеем считать наши деньги, и а, если мы размещаем объекты на удалении от капитальной, опорной, магистральной инженерной инфраструктуры, возникают самые базовые, простые вопросы эксплуатационного характера. Как мы будем освещать? Как мы будем обогревать, как мы будем водоснабжать, как мы будем канализировать, как мы будем управлять отходами, как мы будем операционно обеспечивать функционирование этих объектов так, чтобы просто, условно говоря, в один прекрасный день не оказаться перед необходимостью обеспечивать вертолетными снабжения этих объектов так или иначе. Я говорю именно о деньгах, а не о способе логистики. Вот весь этот рациональный набор обоснований. Ограничивает наш выбор в отношении того, что мы хотим получить от этой инфраструктуры. И в этом выборе вырисовывается что-то, что должно быть хорошо интегрировано в природный ландшафт. Что должно быть установлено в нем так, чтобы воздействие на этот природный ландшафт было минимизировано. Чтобы архитектурно-планировочное решение было таковым, чтобы ну, при первом взгляде из со всех ракурсов на этот лагерь он вызывал ну, как минимум не меньшее восхищение, чем окружающие ландшафты, которые находятся вокруг, чтобы он как минимум был гармонично интегрирован в них, хорошо воспринимался глазами посетителей, да и мы сами радовались, смотря на результат своей работы. Возникают вопросы эксплуатационного характера, хозяйственного характера. Как сделать так, чтобы эта штука нас не разоряла, чтобы бизнес-модель, на которой эта штука была основана, работала. Вот все это комплексное рациональное обоснование, Указывает на необходимость усилить, усилить еще раз нажим на управление качеством соответствующего девелопмента. Как это сделать? Большой вопрос. Прописать техническое задание с огромным количеством нюансов в отношении вот этих ожиданий, которые я описал, ну, мне кажется, это затруднительная очень миссия. И над этим нужно, для того, чтобы писать такое техническое задание, нужно отдельную какую-то проектную группу нанимать, условно говоря. Или умереть просто внутри корпоративной системы согласования, согласовывая каждый из этих нюансов. Так, наверное, не получится сделать. Какой другой метод? Ну, если не изобретать велосипед, если не придумывать какую-то тень на плетение наводить, такого рода методы на рынке есть, и мы к ним обратились. Есть такой оценочный метод управления качеством, так называемые стандарты строительства. Или если мы говорим о том, чтобы характеристики девелопмента были экологически эффективными, их называют зеленые стандарты строительства. Мы для себя такой стандарт разработали. Это разветвленный набор критериев, по которым мы можем нашего исполнителя проверить с точки зрения качества на разных этапах. На этапе выбора места размещения, на этапе генерального плана, на этапе предпроекта, проекта, начала стройки, продолжения стройки, вводу в эксплуатацию, эксплуатационной стадии. Но проверяя его, мы не просто полицейской дубинкой его как бы, э, мотивируем к тому, чтобы он что-то делал или что-то не делал. Мы еще его и пододвигаем к тому, чтобы он в рамках своего творческого поиска искал какие-то инновационные решения. Особенностью этого метода является то, что мы можем, благодаря вот этому диалогу, интенсивному между заказчиком и исполнителем, помочь исполнителю находить решение, если он находится в затруднении находить эти решения, помогая ему, привлекая дополнительную экспертизу с рынка, а помогая ему в поиске решений, которые есть на рынке и так далее. Уверенность в том, что это будет получаться, заключается в том, что рынок со своей стороны старается так или иначе позиционировать свои решения, материалы, технологии, инженерную экспертизу, как экологически эффективную, ресурсу эффективную, безопасную для людей и так далее. И таким образом получается, что за счет вот этого оценочного метода, который, повторюсь, не нов, который находит применение на рынках жилой недвижимости и административной недвижимости достаточно давно, мы, как лидеры рекреационного сегмента э, российской туриндустрии вот в своей категории горно-туристской, можем попробовать и, наверное, добьемся успеха к тому, чтобы подравить качество наших девелопментов, направленных на создание такого специфического вида туризма, как природный, как тот, который связан с отдалением, с путешествиями в природную среду, при этом не ставя под угрозу ни э, безопасность ни доступность этого вида отдыха, ни комфорт для наших гостей, не говоря о том, чтобы за счет этого усилия обеспечить повышенный уровень ответственности к природоохранным вопросам, добавляющим к соблюдению буквы закона такой жирный плюс. Вот этот месседж здесь мы попробуем разобрать. Стратегия курорта Розухутер краткосрочная, выражена в следующем. В начале этого года в, ну, на границе первого-второго квартала мы заявили о том, что мы будем применять такой корпоративный зеленый стандарт для наших, нашего девелопмента. Сразу же мы получили такой отклик от рынка о том, что если вы будете держать этот процесс внутри себя, то, наверное, вы результатов не только не добьетесь, вы, скорее всего, еще и прослывете как бы, эм, такими гринвошерами, потому что ну, совершенно непонятно, что вы на самом деле говорите, если вы делаете это не открыто без внешней авторизации. И второе, то, что получилось узнать от внешней реакции, первое, от такого внешнего отклика, это то, что оказывается, есть интерес к тому, что мы делаем, как бы, что есть интерес к тому, что чего себе, как бы, если они какую-то продвигают отдельную такую тематику по зеленым стандартам для рекреационного девелопмента, то, наверное, в этом что-то есть. И с учетом того, что рынок, наверное, инвестиционный, мы ждем, что он будет на подъеме, мы решили сделать следующим образом интерес к тому, что из себя представляет зеленый стандарт курорт Роза Хутор и как Роза Хутор его будет применять, мы собираемся раскрыть, не просто вывесив его на публику на нашем сайте или еще где-нибудь. Мы решили его раскрыть для профессионального сообщества в первую очередь, для того, чтобы дать людям рассмотреть то, что мы делаем, но не просто так. Мы как бы в это отношение какую-то хитрость проявили. Мы сказали, давайте раскроем его и соберем от вас обратную связь, которая нам поможет его немножко усовершенствовать для себя. Второе, мы не просто попросим вас нас проконсультировать бесплатно, конечно, очень хитрый план. Мы рассчитываем на то, что вот это совместное усилие вместе с профессиональным сообществом позволит внутри страны для растущего рынка в перспективе выдать открытый и усовершенствованный усилиями заинтересованных лиц общедоступный а, практическое руководство по применению вот этого оценочного подхода для всех, кто рассматривает инвестиционную сферу в рекреационном девелопменте как перспективную. Основной фокус вот этого усилия – это природный туризм и туризм на ОПТ с его определенной спецификой. Мы не замахиваемся ни на загородные отели, ни на городские отели, ни на пляжные курортные комплексы. Такие вещи мы сильно не смотрим. Все-таки речь идет о природном туризме и активном туризме в первую очередь. Но, тем не менее, рассчитываю на то, что, возможно, вот этот всплеск окажет влияние и, так или иначе, дальнейшее развитие на рынке, в котором нам приходится часто быть первыми и набивать все шишки самим, ну, кому-то, кто будет работать на этом рынке вместе с нами, конкурировать с нами или в нашем партнерстве, поможет выбирать решения и сделать их лучше. Заканчиваю свое сообщение о том, чтобы этот путь пройти мы договорились с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом устойчивого развития в строительстве, который представляет его директор Вера Бурцева здесь на этой сцене. Она чуть-чуть дополнит меня, и я попрошу Веру рассказать немножко о преимуществах этой модели зеленых стандартов в строительстве вообще как таковых, что они из себя представляют. Ну и в свою очередь, и, наверное, Вера меня в этой части поддержит, пользуясь вот этой сценой, хотел бы пригласить всех заинтересованных лиц к диалогу на эту тему мы в ближайшее время с Верой раскроем в этом отношении интерфейс для того, чтобы заинтересованные лица могли обратиться с предложением или заявить о том, что они являются заинтересованными, и мы, они хотят поучаствовать в этой дискуссии. Ну и сами, в свою очередь, постараемся мобилизовать профессиональное сообщество с приглашением принять участие в этом диалоге. Он будет долгосрочным. Мы рассчитываем на то, что он займет месяцы. Но тем не менее в финале ожидаем, что мы не только как бы, получим возможность усовершенствовать наш стандарт и раскроем нашу практику для публики в большем количестве деталей, но и в конце концов оставим себя после себя такое позитивное наследие в виде общедоступного практического руководства по выбору оценочного подхода для управления качеством девелопмента в рекреационном сегменте для индустрии туризма на особо охраняемых природных территориях. Ну вот, у меня на этом все. Я буду очень рад, если коллеги э, вот в, в этом заданном ключе попробуют удержаться. Я очень жду новых интересных сообщений от всех присутствующих здесь спикеров, но в свою очередь буду постараться как бы вернуть нас к э, уважаемых коллег, к тому, чтобы они со своей перспективы, со своей высокой колокольни оценили вот эту инициативу, которую мы предлагаем, и ее вообще перспективу для рынка и того, что на нем будет происходить. В России, по крайней мере, в ближайшее время. Большое спасибо за внимание. Вера, давай да, начнем с вас. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за предоставленное слово. На самом деле, тема очень сложная, и, может быть, даже несколько философская. Поэтому, когда я размышляла о чем поговорить, и с чего начать, я решила начать с самого простого и жизненного: да, что есть качество в девелопменте. Потому что создавая объекты инфраструктуры, объекты недвижимости, мы очень много говорим про качество, управляем качество, какого качества объект, но что такое качество и что мы под ним понимаем. И, наверное, проще всего нам с вами вспомнить те дома, в которых мы с вами живем, многоэтажные дома. Вот, казалось бы, все эти объекты, они построены по нормативной базе. Они введены в эксплуатацию, приняты госкомиссиями, и они должны быть хорошего качества. Но почему же нам в основном вот эти вот высотки 25-этажные дома, где совершенно нет никакого благоустройства, зеленых насаждений никаких вокруг них нету, а на первом этаже в основном только шавермы или какие-то салоны красоты, почему же нам это нам, нам с вами не нравится? Ответ, в этом, ответ очень простой. Дело в том, что нормативная база, которая сегодня существует, она нацелена не на создание качественных объектов. То есть строительная нормативная база и те нормы, которыми мы руководствуемся при создании объектов, они вообще не про качество, они про безопасность, чтобы здание не развалилось, чтобы там были минимальные какие-то вот какие-то минимальные были в общем, условия для жизни. А мы с вами люди и путешествующие, и как человек современный, наши запросы к комфорту все повышаются и повышаются. И сейчас, когда мы уже в основном работаем дома, то мы уже смогли проверить нашу жилую квартиру, насколько она функциональна. Ну, вообще нет, да? То есть это уже не место для жизни, а место просто для выживания. Вот. И э, девелоперы приходят к тому, а как же, собственно, это качество создавать? Что есть качество? Это архитектура? Ну да, это архитектура. Это качество внутренней среды, насколько здоровая среда создается в объекте строительства. Да, тоже. Это то, сколько платит девелопер, если это коммерческая недвижимость или жилец коммунальных платежей, потому что ну, не хочется платить дорого, правда? Да, это тоже. То есть получается, что качество, оно на самом деле раскладывается на ну, многосоставное, многосоставляющее. Вот. И э, как раз-таки во всем мире принят такой подход вот, зеленых стандартов именно зеленый подход или подход устойчивого развития в строительстве, когда мы пытаемся э, учесть интересы трех сторон: человека, экологии и экономики. То есть, когда вот мы строим с вами э, здание жилое а-ля человек, вот как вы думаете, какой интерес учтен? Ну, точно экономики, правда, да, то есть э, экология человек там как бы по нулям. Так вот, наша задача современных девелоперов, современного ну, вообще рынка, да и профессионалов современных создавать такие объекты, которые учитывают интересы и человека, и экологии. Ну и, конечно, экономически обоснованные, экономически оправданные. И это не только вот такая вот идея. Нас с вами, да, тех, кто собрались, энтузиастов, в принципе, весь мир уже живет по такой повестке. А сейчас особенно, когда все стали бороться с глобальным потеплением, когда стали говорить про э, снижение выбросов СО2. А что такое снижение выбросов СО2? Это значит, что мы должны заниматься особой энергоэффективностью наших зданий, подбирать определенные материалы, которые эти выбросы создают. То есть еще усложняется жизнь практически для, для тех, кто создает объекты недвижимости. Вот. А сейчас, если мы перейдем, что мы строим с вами не в городской застройке жилой дом, да, а в каком-то ну, дикой природе или там в каком-то таком э -э, экологическом районе, ну, в другом совершенно ландшафте, в другом контексте, тут еще предъявляются новые требования. Поэтому, конечно, инициатива «Роза Хутор» Компания, которая ну, долго, во-первых, и создавала, и долго эксплуатирует свой объект, и уже наработала опыт, и самое интересное, вот этот ценный опыт готовы распространять, для нас очень важно. Поэтому мы видим такой инструмент, а это именно инструмент по управлению качеством, по созданию качественных объектов. Очень ценным и важным. То есть наши объекты, которые будут следовать этому подходу, будут более экологичные как экологии внутренней среды, так и уделять особое внимание внешней среде. Повышенное качество внутренней среды будет. Будет особо уделяться внимание выбору материалов при производстве, энергоэффективности, водоэффективности, комфорту человека в этих зданиях. Вот. Вот что мне хотелось сказать. Вот так вот я это вижу. Вера, спасибо большое за эту интродукцию. Смотрите, эта сессия не режиссировалась в качестве там просто сама реклама, еще раз. Я надеюсь, сейчас дискуссия разойдется. И, уважаемые коллеги, ну, мы с первой партнеры, если что, с недавних пор. Поэтому мы друг друга похвалим. Но присутствующие на этой сцене, надеюсь, нам не дадут просто в экстазе тут сливаться и друг друга ублажать. Я предлагаю начать с, э, э, собирать оппонирующие точки зрения с директора Национального парка. Это у нас тут важная фигура на этой сессии. Что такое, что такое директор национального парка в России? В первую очередь, это природоохранник. В первую очередь, это природоохранник. И восприятие самого себя в своей профессии, и с точки зрения ведомственной принадлежности, и с точки зрения восприятия публики и так далее. Это в первую очередь ну, природоохранник. Но с недавних пор восприятие, мне кажется, в нашей стране начало меняться. И эти недавние поры – это вот недавно прошедший Восточный экономический форум. Там были прекрасные сказанные слова директором Всемирного фонда дикой природы Дмитрием Горшковым со сцены, который сказал о том, что в сегодняшнем его восприятии, хотя это тоже очень сильный природоохранник и природоохранный институт, национальный парк или особо охраняемая природная территория в первую очередь – это хозяин, управленец и контролер. И это сдвигает восприятие дирекции особо охраняемой природной территории – с просто какого-то обеспечивающего режим группы охраны на определенной территории, где нужно держать и не пущать там, и так далее, в сторону политического э, игрока, обеспечивающего устойчивого развития на локальном уровне на огромном куске территории, особенно если речь идет о национальном парке, э, режим которого предполагает э, развитие э, в том числе туризма на его территории. В этой части я вас туда пытаюсь, Виктор, затолкать, статус вот такого хозяина, управленца и контролера на территории. И если мы представим, что так или иначе складываются условия, какие угодно, политические, регуляторные. Допустим, приняли закон о рекреационных соглашениях. Допустим, Минприрода России, в нем отобрался инвестор какой-то просвещенный, который, наверное, не из воздуха материализовался, а как-то с земли. Поднялся после многочисленной консультации с директором национального парка. И вот он в результате получает без конкурса договор аренды на территории национального парка для реализации своего большого, долгосрочного, нагруженного экологическими обязательствами проекта, опирающегося на прозрачный мастер-план, рассчитанный на десятилетнюю перспективу и так далее. Какой, с вашей точки зрения, должна быть эта инфраструктура для национального парка и. Если как бы, есть представление о том, какое она должна быть, каким образом добиться того, чтобы она действительно была такой, как, какой мы хотели бы ее видеть? Есть ли какая-то вот эта прекрасная картина? Ну, кроме. Я знаю, какая у вас прекрасная картина, ну, лучше бы ничего не было, условно говоря. Но это, это шутка, на самом деле, мне кажется, может быть и не так. Но, тем не менее, поделитесь вашим видением. Это очень ценно со стороны директора опыта и услышать. Я бы хотел сделать обязательно, прежде чем начну рассказывать, реверанс организаторам этого мероприятия, потому что тут э, такое торжество души и тела, и комфорт, и еда вкусная, и замечательные ландшафты национального парка сочинского. Так что э, вот с разумом не очень. Поэтому я сейчас постараюсь мобилизоваться, и, и как предложение... Провести следующую конференцию в каком-нибудь непрезентабельном месте, чтобы не отвлекаться от темы. А, да, я никакой не, не оппозиционер, лояльный, меня не найти. почему то меня все время в оппозиционеры записывают. Оппоненты, в оппоненты, в оппоненты, оппоненты. В оппоненты. Да. Официальный оппонент. Нет, я не оппонент, я, я за все хорошее, против всего плохого. А, надо сказать, что. По стандартам я тоже вам ничего хорошего не скажу. Я вообще сомневаюсь, что можно какие-то стандарты выработать. Иной раз можно, извиняюсь, беде в туалет подвести, а в другой раз в скальной породе дырку для кабинки типа сортир не выбить. И я просто расскажу про наш опыт и про те принципы, которые руководят нами в части как раз вопросов развития познавательного туризма и его инфраструктуры. Во-первых, Национальный парк Угра аж с 2002 года имеет международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО. На мой взгляд, и не только на мой взгляд, на взгляд профессионалов, потому что биосферные резерваты есть по всему миру, но это самое, что ни на есть, перспективная модель будущего человеческой цивилизации на Земле и вообще ее спасения – в основу идеи биосферного резервата заложена гармония между пользованием природой, теми природными ресурсами, которые у нас есть, и ее охраной, сохранением биологического разнообразия. И поэтому, когда мы продумываем какую-то инфраструктуру, у меня в голове вот основные, основные принципы, которые нельзя приступить. Это ни в коем случае нельзя допустить сокращение биологического разнообразия, надо помнить об обеспечении экологической безопасности. И третий момент социально-экономический – это партнерство в широком смысле этого слова. Партнерство во имя общественной поддержки, развития общественной поддержки охраняемых подных территорий. Потому что я только про них говорю сейчас, про ОПТ. Я про другие территории не знаю. А Естественно, это улучшение социально-экономической ситуации на прилегающих территориях, потому что в Национальном парке Угра, который находится на очень освоенных территориях, 64 населенных пункта и более 30 тысяч землепользователей. То есть это чудовищная вообще ситуация. Парк долинного типа, он в долинах двух рек расположен, и в двух часах езды от столицы нашей Родины. У нас нет никакого одного входа, у нас сотни, наверное, заходов сотни землевладельцев и землепользователей, это допускается законом. И вот для того, чтобы гармонизировать и соблюсти все принципы, о которых я говорю, мы идем по определенным протоколам. А они очень простые, вообще говоря. Не надо ломать традиционный уклад жизни, который был до тебя. И поэтому вся наша инфраструктура не создается в новых каких-то красивых, особо живописных местах национального парка. Мы используем старые места, которые использовал человек для отдыха и рекреации еще до создания национального парка. Мы их лишь благоустраиваем, предоставляем дополнительные услуги и регулируем туристический поток. В этом основная суть. Допустим, в национальном парке Йеллоустон, который ну, первый на планете у нас появился в Соединенных Штатах Америки, в один день могут в пиковый период до 40 тысяч человек в день проходить. И что, бизонов меньше не стало, гейзеры прекрасно функционируют, и все, все как бы богатство биологического разнообразия перед глазами посетителя. И поэтому говорить там о какой-то предельной рекреационной емкости и так далее, о каком-то стандарте настолько сложно в каждом конкретном случае. И, в общем, я сейчас попрошу у меня есть некоторая презентация. Uh, у нас такое счастье случилось, и национальный парк uh, в 2020 году получил аж 32 миллиона рублей в рамках uh, нацпроекта экология, которые пошли в основном на те вещи, о которых мы сегодня говорим. И поэтому я сейчас быстро вот, yeah, постараюсь yeah. пробежаться. И если появятся какие-то вопросы, я на них отвечу. Ну, в общем, я это уже говорил, то, что тут прописано. Собственно говоря, хочу лишь добавить, что сохранение биологического разнообразия, регулирование туристическими потоками, все это возможно только при условии хорошей проработки страны ученых, специалистов. Поэтому в национальных парках, в заповедниках российских существуют даже специальные отделы, отделы науки, где трудятся профессионалы большое количество партнерских организаций, которые обосновывают ту или иную возможность. Насколько здесь возможно увеличить этот емкость кемпинга? Насколько здесь оправдано проведение экологической или другой познавательной тропы? Ну, вот видите вы такую нашу полиграфию. Она как раз про сохранение историко-культурного наследия в Национальном парке Угра. Еще эх, э, рельеф войны, эхо войны сохранилось. И поэтому у нас э, обустроен такой военно-мемориальный ландшафтный музей под открытым небом с названием Уграфронт, где мы просто восстановили э, то, что было в 1942-1943 году на Угре с рассказом о э, противостоянии и с одной, и с другой стороны. Поэтому вот такие экспозиции мы сделали в рамках нацпроекта технику восстановили, тут наши умельцы э, сотрудничали со многими партнерскими организациями, и появился, в общем, такой довольно гармоничный проект, который развивается сейчас, называют, ну да, Уграфронт. Там у нас и военные аэродромы были, и что только не было, и плацдармы. Между противоборствующими сторонами в, в, в иных местах всего 40 метров. Э, их разделяло э, рубежи, и на Родник с белым флагом ходили на один и тот же родник и перекрикивались, и на гармошках играли, там, и так, и так далее. В общем, мы рассказываем о некоторой бытовухе военной, о которых пафосные рассказчики не, не расскажут. Вот немецкая наблюдательная вышка, исключительно сделанная по а, военно-историческим архивным материалам. Ну и в общем, спрос на это есть. Создали павильоны, потому что вот павильоны с экспозициями, посвященные историко-культурному наследию, потому что территория национального парка связана с именами великих русских литераторов. Оптина Пустынь находится рядом с национальным парком, знаменитый духовный центр. Вот такие павильоны сделали, не забыли никого. Этнографическую обязательно экспозицию мы рассказываем, откуда что взялось, про традиции, про традиционные промыслы на территории национального парка. Вот несколько сделали, а точнее, четыре вот таких информационных пункта, небольших информационных пунктов, в которых люди могут, посетители, и информацию получить, и э, заказать экскурсию и так далее. Вот это интерьеры. Ну вот та самая инфраструктура кемпингов, которые, опять же, в местах традиционных. Здесь люди до Национального парка отдыхали, приезжали сюда. Сейчас лишь сделана инфра инфраструктура, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить паркинг, обеспечить э ну, какой-то сервис, прокат инвентаря. То mm -hmm. ну, есть такие нехитрые, некапитальные сооружения. Тоже наш информационный пункт. Баня на каждом таком. Э простенькая, на каждом таком кемпинге обустроена. Ну, на солнечной энергетике все наши кемпинги, их четыре таких у нас мы сделали в рамках нацпроекта, типовых. Солнечная энергетика полностью обустроена. Ну и простенькие места костровые, где можно посидеть, навесы. В общем, такие типовые. У нас брендбук есть. Но это история с водными маршрутами, потому что парк долинный. И лучше всего воспринимать его с воды. Кстати говоря, от водных маршрутов расходятся сети экотроп, по которым можно как бы остановиться на определенных промежуточных пунктах, взять в прокат велосипеды, в том числе электровелосипеды, и проехаться по обустроенным тропам. Ну вот такие причалы для краткосрочной стоянки байдарок платов и так далее, плав средств, которые не требуют какой-то специальной регистрации. Ну, с них и малышня и купается, и рыбачки ловят. Вот, кстати, на этом слайде наш посол доброй воли со мной в одной лодке, Вячеслав Александрович, тоже имел удовольствие пройтись по Угре и остался доволен. Замечательно просто. Ну, вот это такая велосипедная тропа которая рассказывает про природные комплексы парка растительные и животные мир с промежуточными остановками где можно поставить велик почитать всю информацию получить ну и в разных как бы биотопах вот здесь допустим информационный пункт и такая стоянка площадка на озере старицы место обитания русской выхухоли эндемика которая на территории национального парка есть и вот такие информационные щиты, немножко интерактивные, тут всякие кубики крутятся, ну, заинтересуют и детишек, ну, и взрослые с удовольствием крутят. Вот. И с собачками на поводке можно. Вот это, кстати говоря, биотехнический комплекс. Здесь можно рассказать о фауне национального парка. А в зимний период он реально работает. Приходят лоси, косули и даже зубры краснокнижные. Вот они. Наши красавцы. Среднерусская популяция, Брянская, Калужская, Орловская область, Зубров, по учетам 2020 года, стала первой в мире. И, никому, и как бы никто об этом не говорит, кроме нас. Сколько? К сожалению. Сколько? А? Сколько? Вот сейчас, по последним учетам, более 850 животных, единая популяция. да. Ну, это вот промаркированные веломаршруты, чтобы люди не сбились с дороги. Ну, естественно, навигация, указатели. На великах очень любят кататься. А вот это про партнерство. Очень важный момент. Воодушевились нашим проектом и региональные власти. Более 40 миллионов рублей вложили в дороги до наших объектов. И это очень и очень приятно. Ну и, конечно, сотрудничество с региональными министерствами и так далее. И в прошлом году мы вошли в конкурс финалистов, который, в конкурс, который проводила ОСИ по туристско-рекреационным кластерам. Мы вошли там в лидирующие позиции. И, в общем, сейчас появилось очень много, ну не очень много, но появились вполне осязаемые, проработанные проекты, уже с инвесторами, которые готовы вложиться, которые готовы вести свой бизнес в рамках, конечно же, правил, которые существуют на территории национального парка, и развивать туризм. В том числе и научный. Вот фотографии первого в стране карбонового полигона. Про карбон мы вот сейчас СО2, вернее. Раньше это углекислый газ, сейчас это карбон. То же самое объект научного туризма. Тоже развиваем эту тему. Ну и, в общем, туристско регуляционный кластер, который будет называться «Калужское поречье», уже в следующем году получит новый импульс не за счет федерального бюджета. Ну, знаменитый Никола Ленивец с ленд арт фестивалем который также привлекает большое количество посетителей на территории парка. В общем, такое разнообразие активностей, ландшафтов и все это ну, какую-то гармонию вызывает. И, в общем, удовлетворены мы своей деятельностью. Надеемся, что всего лишь 3% Калужской области занимает национальный парк Угра, а сохраняет при этом 90% биологического разнообразия региона. И это цифры кое о чем говорят. Так что спасибо за внимание. Большое спасибо. Большое спасибо, Виктор. Очень интересное сообщение. Спасибо, что поделились вот этим опытом реализации Работа внутри национального проекта, ответственность, когда тебе дают деньги государственные, очень немаленькая. Отказаться нельзя, наломать дров нельзя. Результат на гора нужно выдать, и у вас получилось, по-моему, это сделать превосходно. Можно уточнить пару параметров. Общая посещаемость национального парка, какова у вас сейчас? Микрофон, чтобы слышали. Не очень такая внушительная, но и не совсем маленькая. Порядка 80 тысяч человек. Это на круг, это с фестивалями, с людьми, которые в Никола или Невис приезжают со всеми, как бы, или это какой-то выделенный как бы, поток, который вы считаете, через регистрацию на тропах? Через регистрацию, через национальные парки, заповедники многие, наверное, знают сейчас. Чтобы посещать, надо иметь специальное разрешение. И такие разрешения у нас электронным образом учитываются. Они все у нас идут номерные. Их можно получить на сайте Национального парка. Их можно получить в наших информационных пунктах. Все это сводится в одну таблицу в результате. И структура посетителей и самых разнообразной инфографики у нас имеется. И на круг около 80 тысяч. Но это далеко не исчерпанная емкость. Я согласен, да. Спасибо большое. Вот эта цифра, эм, пускай останется здесь вот сейчас. И вопрос по емкости той инфраструктуры, ну, которую вы видите, которая на территории парка размещается? Сколько у вас, ну, условно, коечный фонд общий? На Единовременно парке? 1200 человек. 1200 человек. Ну, это очень немало, в принципе. Я думаю, что есть куда расти. И последний вопрос. Вот те инвесторы, которые предъявляют интерес к парку, видят, что национальный проект подстегнул. Это национальный проект, между прочим, не туризм индустрии, гостеприимства, до него еще далеко. Это национальный проект экологии. Это деньги, которые были выделены на развитие экологического туризма в национальных парках Инвесторы, интерес которых подстегнула и региональная поддержка, и, и практика, которую вы демонстрируете, они нацелены на что? Они больше нацелены на развитие сервисов? Вы показывали картинки с лошадьми, с прогулками, с катанием на лодках? Или они тоже расположены к тому, чтобы развивать вот такую инфраструктуру опорную в виде размещения, пунктов питания, чего-то такого? То есть на что они нацелены? Самые разнообразные. Вот у нас на днях в нашем визицентре в Калуге состоится презентация проекта, который называется Биосферный полигон Лужное. Так вот, землевладелец, он же выпускник Московского физико-технического института, вместе с клубом выпускников МФТИ обратили внимание на сельскую школу в деревне Лужное. И у них задача, чтобы сельские ребятишки могли получать знания и могли слушать лекторов и своих педагогов ну, самого высокого уровня с тем, чтобы потом могли поступить в МФТИ. Обычная средняя школа, обычные сельские дети и, в общем, по некоторым моментам вполне себе депрессивный населенный пункт. Так вот, сейчас на базе уже занятия в сельской школе пошли. Заочная, она называется заочная школа МФТИ. И как исследовательский полигон у нас в следующем году начнет работать такая площадка, на которой будет ну, более 10 микроплощадок, связанных в том числе и с учетом СО2, э, и с э, дронами, которые на службе охраны природы э, и, и в лесовыращивание рациональное, допустим, будут агролесокультуры создаваться. Это когда лес чередуется с плодовыми кустарниками. Еще советская технология. А сейчас в Европе такие вещи называют лесосад. Там будет и экологическая тропа, объединяющая несколько, несколько участков. Там будет плавучая гидробиологическая лаборатория. И все это будет для калужских детишек, для сельских школ, и они получат информацию о самых новых технологиях, смогут принять участие в реализации проектов, самые успешные проекты станут входным билетом при поступлении в МФТИ. Очень интересно, да. Это один из проектов, то есть далеко не банальное получение прибыли Безусловно. и извлечение, как бы, из угры коммерческих интересов. Спасибо. Вот интересный угол. Чуть-чуть попробую вернуть нашу дискуссию в тему. Но парк Угра с любопытной стороны раскрылся сегодня, не правда ли, коллеги? Да. Вита, к вам давайте перейдем сейчас. Вита Саар, руководитель комитета по развитию устойчивого туризма Российский Союз Туристской Индустрии. Здесь... Чуть попробую вас, с одной стороны, попросить адвокатировать туризм на нашей панели, которая стала корениться благодаря Виктору в сторону природоохранную, такой. А Виктор серьезную. очень красиво, да, да, подвел к туризму. Ну так, ну, он постепенно с туризмом начал, но потом так постепенно нас запихал в сторону таких более благородных вещей, чем туризм. А, но тем не менее, давайте вернемся к туризму. У нас конференция туристская, мы рассуждаем об устойчивом развитии туристской индустрии на особо охраняемых природных территориях. Как бы шокирующий не звучал этот тезис вы занимаетесь продвижением в принципах устойчивого развития прямо в самом сердце туристской индустрии российский союз тур индустрии воспринимается в основном как сообщество туроператорских и турагентских бизнесов прежде всего но я уверен что в нем работают и интересанты которые заявляют инвестиционные интересы на отрасль да. в этой части дайте нам ваше видение ну, того что уже было услышано и какую то свою перспективу тоже пожалуйста поделитесь Конечно, и как раз подвели очень красиво к туризму, потому что мы общаемся как раз с Максимом, который развивает в игре вот эту вот школу э, сельскую, и мы будем одними из соинвесторов этого проекта, поэтому, да, очень близка мне эта тема. Российский союз туриндустрии объединяет более 15 тысяч туристических компаний. Это не только туроператоры и турагенты, это и транспортные компании, это и. Гиды и экскурсоводы – это и смежные отрасли, и, конечно же, есть целый инвестиционный блок, который в прошлом году образовали в виде проектного проекта такого инвестиционного. Соответственно, туда собираются частные инвесторы и крупные инвестиционные фонды, которые заинтересованы в развитии туристской инфраструктуры. Я поначалу удивилась, когда вы меня пригласили на эту сессию, потому что ну, зеленых стандартов у нас нет да вот о чем говорить думала я когда э, готовилась к этой сессии а потом на самом деле э, до меня дошло стандартов то у нас нет но э, то чем сейчас занимается мой комитет комитет по развитию устойчивого туризма это и есть на самом деле про те основы эти те базисы которые подходят для комплексного э, дальнос долгосрочного проектирования любой туристской территории. А это наиболее актуально для развития туризма на опыте как раз, да, и любой, в э, любом нацпарке, и, соответственно, заповедники. Но самое важное, что этот туризм можно не только в заповедник заводить, но и на смежные территории. Туризм в нашей стране развиваться будет, это уже нельзя остановить. Люди поехали на природу, они устали от городов, тем более во время локдауна, пока мы сидели все дома. Самым большим ростом на рынке недвижимости это была покупка частных домов. Да? Люди уезжали за город, люди заселяли те самые природные базы туристические именно для того, чтобы быть в безопасности, быть в удалении, при этом отдохнуть от города. А Опять-таки, что они увидели, когда они поехали на природу со своими какими-то целями, потому что не всегда там в однокомнатной, в двухкомнатной, в трехкомнатной квартире комфортно было сидеть. Людям они поехали на природу просто для того, чтобы удовлетворить свои какие-то ну, личные интересы, потребности, но они увидели нашу природу, нашу прекрасную красивую природу. И посмотрите, те, кто выехал Загород, их инстаграм, их социальные сети, они просто полны фотографий себя в этих ландшафтах. И люди поняли, что не ну, морем, не пляжем единым, жив туризм в нашей стране. Поэтому туризм природный будет развиваться, его не остановить. Поэтому, если нельзя остановить, то его надо возглавить. То есть организовать. А организовать как раз таки вот инструменты устойчивого туризма, которые мы продвигаем, наиболее подходит для этого. Я бы хотела вывести слайд, да, потому что мы сегодня вот очень много говорили про устойчивый туризм, особенно на первой сессии. Я когда зашла в зал, услышала и увидела да, название все-таки здесь природный туризм, а на английском вывели устойчивый туризм в название нашей конференции. Нет, пожалуйста, один слайд, где мы говорим про на чем стоит туризм в России. А? а вот он, да, вот он. На чем стоит устойчивый туризм? А, на самом деле, как бы, не всегда. Угу, спасибо. А, не всегда этот термин ясен и понятен. И многие его пугаются, кого у кого-то он вызывает улыбку. А мы для, сего, для себя его сформировали следующим образом. Да, то есть устойчивый как стул, который стоит на четырех ногах. Одну убери, и стул начнет шататься и упадет. Да, четыре ноги. Вот да, спасибо, что увеличили. Во всем мире принято три постулата, на которые опирается устойчивый туризм. Это экономическое, экологическое и социальное воздействие. А я считаю, что в России наиболее актуальна четвертая нога на данный момент. Это нога создания трендов того самого тренда на устойчивый экологичный продукт, потому что если турист не будет голосовать за него рублем и не поедет на наши природные территории, то, соответственно, бизнесу это будет неинтересно. Я плавно подхожу как раз к инвестиционному блоку. А, а прежде всего, да, чтобы заходил инвестор на территорию, он должен, что знать, что у него не будет болеть голова по загрузке своего объекта. Я в данном случае выступаю не только как общественный деятель и руководитель Комитета по развитию устойчивого туризма, но и как инвестор. В 2020 году мы открыли компанию, которая называется Экопарки Мира, и она была открыта именно для того, чтобы применить свои знания на практике. Я поделюсь своим опытом, можно? Мы поехали в Дагестан, увидели одну из самых красивейших точек в Дагестане, это Гамсутель, и посмотрели, как выглядит окружающая территория вокруг. То есть там ни туалетов, ни кофе негде было попить, ни маркированных троп, ну вообще ничего. Просто обалденный объект, который посещают в сезон 5000 человек, но там абсолютно нет никакой инфраструктуры. Мы, соответственно, подумали, почему бы ее здесь не сделать, нашли для этого инвестора, разработали проект, обратились к местным властям, и это было самое тяжелое, да, вот для инвестора как раз самая большая головная боль это, это бюрократические препоны. Мы их прошли вот, если можно, вторую презентацию, и поняли, что. Нам интересно не только создать этот проект и построить, но нам интересно им и управлять дальше. Именно а, в этом и заключается комплексное проектирование. Я не буду все слайды показывать, я перейду просто а, на ценности. Вот, как мы работаем? Да, вот это комплексная как раз история, когда мы формируем а, Земельный банк, мы обращаемся к регионам, мы обращаемся к ОПТ и говорим, что если вам интересно, в заведении инвесторов, которые хотят развивать туристскую инфраструктуру, то, пожалуйста, заводите их в земельный банк, мы их будем показывать. Разрабатываем концептуально-архитектурные решения, строим туристические объекты при помощи как раз зеленых технологий. Знаете, вот сейчас активно идет движение глэмпингов да, на природные территории. Все говорят про некапитальное строительство, про легкое строительство вот, купольных а, глэмпингов, а, тентово-палаточных глэмпингов. А я вот против, Баба-Яга против в данном случае, потому что а, я за деревянное строительство экологическое и за применение таких новых технологий, как дерево-бетон, например, потому что они имеют более износоустойчивую историю, и они дольше прослужат. Потому что, когда мы говорим про строительство на природной территории, мы понимаем, что туда должен заехать, на строительный объект должен заехать, должна приехать тяжелая техника, должны прийти строители. Все это нужно смонтировать, поставить, построить. А сколько лет это прослужит? Это первый вопрос. Да? Сколько прослужит деревянный дом, и сколько прослужит, допустим, купольный какой-то глэмпинг. Когда по истечению срока его эксплуатации, через 5-6 лет, туда опять должна будет заехать на свежую поросль или вся зеленая, вся техника тяжелая. То есть насколько это экологично, это вопрос, это первое. А второе, соответственно, главный постулат как раз в mm. том, что мы за экологичное строительство и за строительство, которое за строительство домов, и объектов, которые прослужат а, дольше. Ну и потом второе – это утилизация этих купольных и шатровых объектов, потому что даже если мы говорим про тент-палатки, да, чем пропитаны эти ткани? Они пропитаны антипожарными септиками, они э, смесями, они пропитаны антигрибковыми смесями. И потом, как они будут утилизироваться? То есть это тоже вопрос про экологию. Поэтому здесь я вот про деревянное строительство и как раз применение зеленых технологий. И, конечно же, мы про ценности. Когда инвестор заходит на территорию, конечно же, у него есть бизнес-модель, конечно же, он знает, что он руководствуется получением прибыли. Но вот наша компания и компании, с которыми мы работаем, мы прежде всего спрашиваем территорию, а что нужно вам? То есть мы заходим на территорию с вопросом. А какой инфраструктуры вам не хватает где, где то не хватает придорожной инфраструктуры в большинстве случаев где то не хватает отелей класса а где то не хватает двоек троек да? и нельзя здесь говорить про стандарты какой то стандартизированный подход потому что каждая территория уникальна и здесь очень важно разумно и ответственно подойти к проектированию и соответственно индивидуально под нее разработать а, мастер-план и проект строительства. И, конечно же, в дальнейшем, после того, как а, мы строим, дальше мы начинаем управлять. Я считаю, что это должна делать одна и та же компания, либо единая управляющая компания, вот как у вас, да, у вас же много комплексов, и вы свои ценности пропагандируете на все эти а, комплексы, лагеря, да, или отели, как вы говорите. Соответственно, мы несем ценности устойчивого развития, создавая рабочие места для местных жителей, поддерживая местное МСП, малое и среднее предпринимательство, местное историко-культурное наследие, ремесленников. Я знаю, что здесь, на Розе Хутор, это все активно работает. И спасибо вам, что делитесь опытом своим и готовы развиваться не только сами, но и развивать ближайшие территории и своих коллег, которые работают в других регионах. Спасибо большое. Я надеюсь, что ваша работа в составе Российского союза туриндустрии всегда будет на виду, что вам только будет добавляться сил в том, что вы делаете, потому что ну, это очень важно, чтобы внутри российской туристской индустрии современной формировалось, укреплялось и видение, и идеология, и уже практическое притворение набора такого рода драйверов роста. Ну, туризм это, как правильно отметил господин Гришенков, это такая довольно хищная бестия. Это бизнес-инициатива, направленная на то, чтобы зарабатывать деньги. И этот зверь живет в качестве бизнеса, который направлен на зарабатывание денег, и без того, чтобы так или иначе заставлять его работать либо в узком коридоре возможностей, либо в, на цели устойчивого развития на местном уровне, ну само по себе оно не сложится и не случится. Видя с вашего позволения, я тогда передам слово дальше. Думаю, что мы попробуем еще вернуться к этой дискуссии. У нас в гостях Самала Браева из Республики Казахстан. Давайте попросим от нее комментарий, потом мы закончим здесь, на этой сцене, Гай, с тобой. Поскольку Гай у нас является, скажем, наиболее компетентным в предмете зеленого строительства обозревателем, скажем, на этой сцене, с многолетним экспириенсом, и он один из, повторюсь, пионеров, если не пионер вообще, этой проблематики здесь в России. Самал, как дела вообще в Казахстане? Здравствуйте, а, за предоставление да, такую... площадку. А, вот я представляю Национальную ассоциацию экологического туризма в Казахстане, и тема сейчас для нас очень такая трендовая. У нас, как вы знаете, в Казахстане есть 13 Микрофон. уникальных а, национальных парков, а, и пандемия показала, так же как и у вас, такой спрос большой, да, на туризм, на внутренний туризм экологичный туризм. И поэтому сейчас у нас эта тема очень, а, очень а, так активно обсуждается. А, и у нас сейчас мы тоже осознаем, что сейчас очень стоит большая работа привлечение инвесторов, развитие инфраструктуры, да, но в то же время перед нами стоит и другая тенденция, да, идет изменение климата, перед нами стоят глобальные вызовы, да, и уже сейчас не деньги важнее да, всего, да, как бы сохранение того, что у нас есть. Да вот сейчас коллеги говорили, ну, конечно, надо бизнес привлекать, надо инфраструктуру развивать, но не должна быть, наверное, особого опыта не ради бизнеса, да, а бизнес там, ради опыта должен менять свои критерии, свои принципы. И сейчас не то время, чтобы у нас, по крайней мере, в Казахстане, у нас сейчас есть четкая активная позиция наших активистов государство в лице Министерства экологии сейчас а, идет на диалог, и мы уже меняем стандарты, у нас уже мы полностью отходим от капитального сооружения, у нас такого уже даже речи нету, мы сейчас переходим на на глэмпинги, кемпинги, а, легкое строительство, экоотели, да, и поэтому а, у нас а, вопросов а, Строить, капитального строительства уже не стоит. Мы такие требования, ну, такой уже тенденции, ну, это уже было, там, не знаю, 20 лет назад, 10 лет, 5 лет назад, да, сейчас у нас а, легкие центры, у наши национальные парки сейчас переходят на опыт тоже Елоустонского национального парка. Мы изучаем международный опыт, и поэтому для нас сегодня важно было и опыт России, как сейчас развивается, да, вот особенно вот зеленые стандарты, да, и поэтому мы сейчас а, а, также и управление отходами, мы сейчас полностью вот, а, современные технологии да, используем. Также у нас а, работа с бизнес-сектором, работа с волонтерами тоже сейчас а, ставится на такое во внимание большое, но Самое важное сейчас, что я хотела бы сказать, у нас был вот в прошлом, буквально в прошлом году опыт в национальном Леолатауском национальном парке, это один из таких больших национальных парков в Казахстане. И когда зашел инвестор в национальный парк и пришел со своим мастер-планом, у нас общественность возмущалась, да, и на самом деле и Министерство экологии пришлось менять некоторые корректировку вести, да, мастер план мы меняем сейчас уже, то есть сейчас мы идем полностью переходим на зеленые стандарты, мы учитываем мнение общественности, мы отходим от капитального сооружения, и мы сейчас на основании Лялатауского национального парка нашего казахстанского мы переходим на другие национальные парки тоже так же развивать. Также у нас есть, вот как, так же, как Роза Хутор, у нас есть прекрасный горнолыжный курорт Чембулак. И на этом горнолыжном курорте в прошлом году были запущены тоже эко-отели Тенир, где были учтены современные методы экологии, зеленых стандартов, да, зеленые стандарты, ведь это не только строительство, это и эксплуатация, это и нос, это и ремонт, да, и а, в этом плане у нас а, у нас такая вот тенденция есть. И сейчас даже у а, у туристов а, требование растет, да, чтобы отель был максимально по стандартам, по зеленым стандартам, да, максимально был такой экологичный, да, поэтому я думаю, большая работа сейчас предстоит. И мы, у нас позиция такая, чтобы мы, и мы как ассоциация тоже в Казахстане, вот недавно созданная, да, мы двигаем зеленые стандарты в национальных парках. Это все-таки особо охраняемая территория. И наши архитектурные, строительственные управления, комитет туризма наш казахстанский сейчас можно сказать, мы пересматриваем стандарты и будем, мы уже перешли на зеленые стандарты, но, конечно, не просто есть и бизнес бывает лоббирует свои интересы, да, но вот для этого и созданы, наверное, есть такие сейчас международные общественные организации, как вот мы, как гражданское сообщество, мы сейчас, я считаю, что мы будем это направление сейчас двигать максимально. Поэтому эта тенденция для нас не просто. Ну, не просто, но важно. И сейчас вот я тоже послушала вот коллегу из Национального парка, да, директора. Конечно, есть государственные национальные парки. У нас сейчас мы их обучаем, мы их там, проводим стажировки, но не всегда национальный парк, он иногда просто заложник, да, ситуации, когда он должен сделать то, что ему там сказали в местный, как это вот у нас называется местный акимат, у вас местная федеральная служба, да? Поэтому здесь я считаю, что надо помогать национальным паркам, да, чтобы это была какая-то золотая середина всего этого. И, а, это так. И вот мне еще идея понравилась, что управление национальными парками да, должна быть. У нас э, эта тема очень тоже важна, управление национальными парками. Э, это как в Америке, э, в Штатах это э, опыт есть. То есть у нас и еще один вот момент. Как вот, это, про... простите, прошу прощения, перебиваю. Этот вопрос, наверное, интересен аудитории. Есть ли в Республике Казахстан отдельный орган государственной власти, который опекает систему национальных парков, заповедников в стране? У нас вот есть в министерстве Кому подчиняются государству. они? Государству. Это особо охраняемая территория у нас 100% государственная. Понятно. Да. Кто зона. Министерство природных ресурсов, Министерство экологии. При министерстве экологии есть комитет лесного хозяйства и животного мира. А, они так. раньше были при министерстве сельского хозяйства. Угу. и Сейчас находится в новом министерстве экологии комитет лесного хозяйства и животного мира. Но у нас видите ли туризм направление, они принадлежат другому министерству, ну, да? У вас да. прям. Вторая Россия, условно говоря, в Казахстане. Да. Вообще все синхронно. И ведомственная принадлежность, и устройство государственного управления, и тренды, которые есть, и деятельность. Спасибо, что вы оценили вот, то, что на первой пленарной сессии, в том числе, я думаю, благодаря, как говорит Борис комментарий, который мы сейчас обязательно получим в отношении того, что здесь говорится, прозвучало из уст руководителя отраслевого департамента Федерального министерства природных ресурсов идея о необходимости создания в России Отдельного федерального органа исполнительной власти, занимающегося системой особо охраняемых природных территорий, введение которого будут вопросы экономической самостоятельности, устойчивости этой системы особо охраняемых природных территорий. Это очень круто. Здорово, что вы эту идею оценили. Спасибо. Может быть, и в Казахстан по такому пути пойдет. Это будет способствовать тому, чтобы система ОПТ устойчивым образом развивалась, но ну и туризм в, в ее глазах рассматривался, может быть, не в качестве какого-то ну, извне вторженца, а может быть, в качестве какого-то одного из пунктов повестки а, а, такого партнерства и сотрудничества. А, Самал, есть ли у вас какая-то статистика посещаемости особо охраняемых территорий в вашей стране? Да, вот у нас, смотрите, я выше сказала, что у нас есть 13 государственных национальных парков, и 2,3 миллиона человек посетили национальные парки в последние два года. Uh -huh. Это вот официальная статистика. Спрос растет. Наши экоактивисты тоже сейчас вот вопрос ставят. Рекреационную нагрузку, чтобы мы учитывали в каждом национальном парке, мы сейчас по данному направлению работу будем вести. Но 2,3 миллиона человек это вот за последний, вот с начала пандемии это огромная цифра для Казахстана, да, с учетом, какое у нас население. Да? Какое у вас население, простите? У нас 19 миллионов. Ну да, это заметно. Да. Поэтому, да, поэтому спрос есть, количество посетителей растет, и у нас даже сейчас цифровизация национальных парков у нас в повестке стоит, то есть шлагбаумы вот это, с советских времен, которые остались, мы полностью планируем цифровизовать уже будем это уже будет новая статистика база будет туристов в этом направлении у нас будет сейчас активная работа вести ну спасибо большое за такое, за то что поделились немножко рассказали надо пожелать только успеха нашим добрым соседям. из Республики Казахстан в деле устойчивого развития и самой системы национальных парков, индустрии туризма на их территории. И э, Казахстан в какой-то мере интересно отличается от России за счет э, того, как у вас устроена ну, на национальном уровне работа в партнерстве, ну, как устроено вообще э, национальное сообщество, как принимаются решения, как э, как развивается а, прогресс. В какой-то мере а, вы там и поострее критикуете друг друга, и по, поярче заявляете а, об интересах, и успех демонстрируете. Казахстан сейчас переживает период а, большой популярности, высокой популярности в России, в том числе благодаря деятелям культуры, которые на нашей территории работают. Пользуйтесь этой популярностью, рассказывайте больше о вашем опыте, приглашайте к себе. Я думаю, что россиянам очень интересна и страна, и посмотреть ваши национальные парки и вообще просто ваш опыт. Надеюсь, этот диалог мы сможем поддержать в дальнейшем. Спасибо. Да, пользуюсь случаем, я тоже присутствующих участников приглашаю в Казахстан. У нас прекрасная страна, прекрасная природа, и президент, правительство сейчас большое внимание уделяет на экологический призем. туризм. На самом деле нет, это, я думаю, это, это уже это такой тренд, это, это уже вопрос такой, который стал, да, мы откладывали, вначале была экономика, сейчас экология на первом месте повестки. Поэтому welcome to Казахстан. Спасибо, спасибо, Самал. Ну, на сцене давайте сейчас завершим, попросим реплику от Гаимза, еще раз. Я Гаи знаю давно, мы с ним познакомились, когда я работал в Организационном комитете Сочи-2014, и он был тем человеком, который появился на моем горизонте с предложением и инициировать работу в области комплексного внедрения зеленых стандартов строительства олимпийских объектов. Это было чрезвычайно своевременно. Это происходило где-то в первой половине 2009 года. Путь внедрения этот был совсем непростой. Кое-какие результаты он дал, но основным фактором наследия Олимпийских игр в этой части в нашей стране стал такой серьезный пинок, толчок в развитии восприятия этой парадигмы всерьез на рынке девелопмента. Но прежде всего это был городской девелопмент, гостиничный, наверное, в меньшей степени. Скорее, это дальше пошло развиваться в секторе а, жилого и рекреационного, а, жилого и офисного девелопмента. Вот Вера и гай они профессионалы в этой области. У Веры бэкграунд инженерный а, сильный, и она как эксперт работает не где-то в кабинете, а непосредственно в проектной среде с девелоперами, с проектировщиками, с застройщиками. Гай аналогичным образом свою работу ведет на нашем рынке, но каждый из них продвигает тематику внедрения зеленых стандартов как комплексной институции, позволяющей качеством управлять, рынок задействовать, потенциал рынка возбуждать и так далее. Но вот вопрос Гаю, что он думает в отношении перспективы зеленых стандартов на рекреационном рынке в России, если говорить именно о рынке с не просто общим рекреационным, а природно-рекреационным. Природно о туризме на особо охраняемой природной территории, об особой высокой планке, предъявляемые требования, предъявляем к нему. И, может быть, с небольшой отсылкой к опыту, который знаком Гаю. Гай, прости, я представлю тебя, он британец. Да, Это если не изменишь, да? В Британии в свое время я видел национальный парк, который вот Виктор поделился тем, что у него есть 30 тысяч землепользователей. Что-то yes. такое. 300 тысяч землепользователей, частных землевладельцев. Ну, не только владельцев, но, наверное, как-то даже владельцев, скорее всего. Они могут быть собственниками, могут быть не собственниками. Я видел внутри Великобритании, там есть такая страна Шотландия, внутри Великобритании, все еще, да? Там был такой национальный парк Кенгормс, гости из которого приезжали к нам на конференцию в 2018 году. У этого национального парка земли вообще нет. Ноль земли, в принципе. Но он национальный парк. И работает он как агентство по территориальному развитию, у которого есть политика, у которого есть штат, у которого есть небольшое количество денег, влияние, поддержка со стороны национального правительства и способность вести непрерывный диалог с местными стекхолдерами, постоянно поднимая планку и направляя развитие на местном, на местном уровне в то направление, которое соответствовало бы политике национального парка. Туризм в этом отношении важный драйвер развития, они стараются его использовать как раз для того, чтобы что-то двигалось и происходило в отсутствии вообще просто элементарно базового ресурса в виде земли, который, ну, который у них находится. Земля в Шотландии вообще преимущественно частная, насколько я понимаю. Там Окей, okay, давай, комментарий <связывающие> по итогам дискуссии. <связывающие> да, Дмитрий, спасибо за теплый прием, теплые слова и приглашение. Очень актуальные дебаты, которые у нас есть, хорошие спикеры, которые я тоже некоторые давно знаю и в партнерстве работаем. Шотландия – это тема, которую можно долго тоже обсуждать. На днях, допустим, сейчас начали уже заново посадить лес, который уже 300 лет отсутствует, и а, обсуждение с местными стейкхолдерами, что они об этом думают, потому что давно там изменился а, ландшафт да, для охоты. Но это, это а, друг, другая тема. И тоже хорошо, что у нас здесь это международная дебата тоже с коллегами из Казахстана. Мы тоже туда едем, и у нас есть несколько зеленых зданий, которые мы знаем владельцев. Я мечтаю ехать а, посещать это эко-фермов. эко, эко Прежде всего, хотел бы сказать, что я в восторге, как развивается в России экологический туризм, устойчивый туризм, природный туризм. Я живу в России с 90-х годов, и тогда была очень печальная ситуация. Сейчас мы видим перед нашими глазами, как открывается много новых возможностей. Спасибо тоже COVID. Народ останется в стране, меньше путешествует за рубеж и развивается как потребители своими деньгами развиваются эти ну, туристические возможности. Я хочу бы сказать то что на глобальном уровне очень сильно развивается природный туризм, рекреационный туризм. И я бы сказал, что мы сейчас поступаем даже в такое время, когда туризм как сильный, как индустрия переходит на рекреационный, природный уровень. То есть если люди раньше отдыхали на пляже или где-то если в Париже фотографировали Айфелские башни, сейчас э, ценится больше природа и количество э, народ, который сейчас едет, отдыхает, именно природа увеличивается. Это такой ну, момент в истории, который мы видим, связан тоже с ну, угрозы для природы, которые мы видим на, 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 планете. Мы, как Дмитрий сказал, и как тоже с коллеги Вера Бурцева, работаем 12 лет в не знаю, индустрии, наверное, это можно сказать, экологические строительства. Как Дмитрий сказал, вот, когда были объявлены сочинские олимпиады, и, и вдруг... Минприрода объявлял, что будет все построено под зеленых стандартов, экологических стандартов. И застройщики начали спросить, а что это за экологические стандарты? Потому что, несмотря на то, что в России существует очень жестких экологических нормы и СНИПов, не был такой подход, который от устойчивого развития, такой комплексный подход для строительства, чтобы здание стало ну, экологически устойчивым Uh, и да, Я думаю, что даже, может быть, uh, присусаши тоже не понимание, что это там. Очень короткий, хорошо. Да. Yeah, Окей. Yeah. Okay, okay. um, no. Давай еще раз вернемся. Рекреционный сектор. Что ты думаешь о нем? Вот какая у него перспектива внедрения зеленых стандартов? И что нужно делать для того, чтобы они как можно скорее на него сели, пока он не улетел туда, где мы будем жалеть только о том, что там было понастроено, понаделано и так далее. Ну, хорош, хороший вопрос. Это действительно начало новой новой индустрии. Да? вы здесь пионер в этом, да, и вы правильно сосли, а, а, ну, правильно имеете партнерство да, в организации, а, правильно имеете вот это открытый подход, чтобы индустрии мог, могут прийти и предлагать свой, свои решения, свой best practice, свой а, а, опыт. А, это это правильно. И но но, но, мы сейчас ждем, этого, можно сказать, это как это первый, как выстрел, чтобы вы приглашаете всем участвовать в этом. Мы сегодня, как обсуждаем, как достаточно широкий круг. Мое предложение было бы, что следующий шаг будет более такой круг специалистов, которые из строительной индустрии, потому что в основном речь идет о инфраструктурных объектах, которые будем строить, да, а какие, какие именно дороги будут построены, из каких материалов будут построены здания, э, каких цифр КПИ будут использоваться и так далее. Потому что мы знаем, что да, Green Zoom имеет многолетний опыт э, и основывается на международных стандартах, это, это тоже хорошо, но здесь речь идет о специфических э, российских развитие индустрии, которые требуются узких специалистов, которые имеют, узкий, которые имеют, свой опыт. И меньше, я бы сказал, даже из туристической индустрии или даже из нацпарков, все уважаемые к они тоже важные стейкхолдеры, но чтобы создать правильный путь, мне кажется, нужно из строительной индустрии пригласить тех, которые действительно знают. И если как честно, нас приглашают Каждый день на разные какие-то инициативы, да, мы с АСИ уже год работаем на этом, этом теме и других ресурсов мало, а приоритет, приоритет идет на тех, которые имеют какие-то мотивации, да? или денежные, или а, какие-то призов в конце заказывали, или еще что-то. Но это мир, где мы а, живем. И это более бы мое как, ну, как предложение, что а, вы откроете сейчас это, это а, дебату среди специалистов, которые тоже каждый свой как вклад. И мы таким образом совместно будем развивать этот стандарт, совместно с институтами, которые представляет Вера. И Вера тоже в курсе, что мы у нас такие тоже открытие подход. И это открытость, это, мне кажется, самое главное. Вот последнее хотел добавить, что это международный опыт очень важный, обмен опыт. И я очень надеюсь, что через какое-то время Россия может годиться и стать примеров для много других стран, не только бывшие ну, советские пространства, вот, я знаю, Узбекистан сейчас тоже эта тема очень поднимается, но даже для европейских стран и стран среди Востока и Африки, допустим, которые тоже сейчас сильно развиваются, природный туризм. Ну, спасибо, да, Гай. Спасибо за добрые слова на пусты. Мы, смотрите, мы как бы не стремимся к тому, чтобы тут изменить всю игру на рынке и так далее. Эм, рынок, очевидно, в России, если все-таки он стартанет, если благодаря усилиям э, властей федеральных, прежде всего, условия будут складываться таким образом, чтобы инвестиции в отрасль пошли, он так или иначе, наверное, будет показывать позитивную динамику. В этом отношении он будет, безусловно, привлекательным и перспективным. Но он будет рождать какие-то продукты, он будет формировать какую-то инфраструктуру, на нем будут появляться здания, сооружения, в которые будут садиться гостиничные комплексы, сопутствующие объекты и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, какой станет эта инфраструктура, актуальный вопрос этих дней. И деньги имеют свойство давить очень сильно. Если они оказываются в руках заинтересованных лиц, они стремятся к тому, чтобы во что-то воплотиться. И, наверное, имеет смысл поспевать, если ситуация на рынке сейчас в стране будет складываться таким образом, чтобы позитивные и благоприятные условия складывались для того, чтобы инвестиции реализовывались. Но, ну, наверное, как бы институтам развития, отвечающим за этот инвестиционный поток, нужно прилагать усилия к тому, чтобы и инвесторы, и вообще весь рынок был ориентирован на те ценности, которые близки тому контексту, который мы обсуждали. Знаете что, я бы сейчас хотел эту сцену закрыть, но эм, еще раз воспользуюсь случаем эм, участия в работе на этой конференции глубоко уважаемого эксперта в сфере заповедного дела Всеволода Борисовича Степаницкого. Он нас почтил своим присутствием в этот раз и с первого ряда наблюдал за тем, что мы здесь на сцене вытворяем. Всеволод Борисович, для тех, кто не знает, но все его знают, это крупнейшая величина в деле территориальной охраны природы и сегодня он делал нам Серьезное выступление программное на пленарной сессии. Я хотел попросить его дать небольшой комментарий в отношении того, что он здесь услышал, и вообще э, того подхода, который мы тут обсуждаем, в плане э, э, перспектив развития рынка, если они будут у нас складываться в стране. И на этом мы закроемся. Я очень мелкий, мелкая величина наверное, в вопросах зеленого строительства, в том числе на особо охраняемых природных территории. Мне тут как раз я пришел скорее послушать опытных экспертов, чем делиться на эту тему. Единственное, я хотел такую ремарку сказать, раз уж начал говорить, чтобы тут все это тоже звучало, что кто-то поддерживает кому-то больше нравится идея размещения объектов некапитального строительства, кто-то предпочитает иные варианты. Просто чтобы все, все понимали, на российских ОПТ история с некапитальным и капитальным строительством зачастую имеет не экологическую основу, а основу сугубо правовую. Вот всплеск и именно строительство инфраструктуры, формальной или неформальной, не к некапитальным строениям, Пошел после 2010 года на фоне двух элементарных вещей: что, во-первых, строить объект кап строительства это проходить две государственные экспертизы, включая экологическую, со всеми ее процедурами на русской почве, не самыми приятными. Плюс, если этот объект строит непосредственно госучреждение, например, дирекция нацпарка Угра что вот, допустим, найдет Гришенков при, за, за, целью у себя в бюджете 10 миллионов, чтобы построить здание для инфраструктуры как объект некапитального строительства, но эти же 10 миллионов на объект капсулис он не найдет. Это должны быть другие окрашенные специальные деньги в ее, предусмотренной адресной инвестиционной программе, они страшные дефицитные, их почти у министерства нет. Вот это вот, 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 такой нюанс существует, и поэтому пока он остается в такой правовой плоскости, конечно, будущее за объектами не капитального строительства, я не беру экологическую сторону и прочее. Вот, такой бы момент. Хорошо. Но в этом контексте, если можно, вот два слова еще по поводу перспективы появления регуляционных соглашений. И вот то, что заложено в в законопроекте да, то что мы обсуждали Это очень прогрессивная вещь которая заложена в законопроект что должно быть введен институт рекреационных соглашений когда коммерческая структура которая предусматривает ту или иную деятельность на опыт в свете рекреации заключает, помимо иных, иных документаций, если он берет в аренду, это будет отдельная история, дополнительная, но при всех обстоятельствах заключается, должно быть. Включено рекреационное соглашение. Другое дело, при обсуждении этого законопроекта на общественной палате, мы категорию группы экспертов, категорически выступила за то, чтобы расширить этот перечень, что эти рекреационные соглашения должны заключаться не только с инвестором, который пришел, что-то там э -э, мощное капитальное строительство, не капитальное даже, а со всеми бизнес-структурами, которые любую рекреационную деятельность должны вести на особо охраняемой территории. В первую очередь туроператоров, которые, в том числе небольших туроператоров, которые возят туда группы, выступают частными гидами и так далее на взгляд это сильно упорядочит и сделает более прозрачным эту, эту сферу менее зависимой от частных мнений директора национального парка или заповедника в вот, каких то вкусовых пристрастий Вот, и я не, пока не увижу итоговый документ я не скажу приняло ли министерство наше предложение по расширению этого аспекта я надеюсь что да но даже если это не произошло, мы будем это настаивать, экспертное сообщество, при подготовке этого законопроекта ко второму чтению. Спасибо. Ну, даже если рынок будет развиваться, очевидно, он развивается в очень герметичной среде, никто друг другу спуску даст, не собирается, и э, э, нужно отдать должное, действительно, министерство при поддержке экспертного сообщества, оно старается хоть и некоторым образом э, произвести этот сдвиг парадигмы, но при этом не выплеснуть ребенка с водой и поддержать серьезный упор на комплексное внедрение принципов зеленых в разработку многолетнего мастер-плана, в комплексный подход, включая расширенные обязательства инвестора и так далее. Надеемся, это все-таки получится провести на законодательном уровне и дальше, ну пусть методом, если не пробовать ошибок, но тем не менее там, Притиранием этого механизма и запуском его за какие-то несколько лет. Надеюсь, что нынешняя администрация Минприрода России успеет его протолкнуть, реализовать, внедрить, и он устоит и дальше на годы будет работать на общее благо. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо уважаемым спикерам и гостям. К сожалению, времени на то, чтобы подискутировать с залом, не осталось, но мы сможем продолжить. Мы пока все здесь. и Спасибо еще раз. Спасибо большое. Да, до свидания.